Опаньки, всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games, продолжаем. Так, перед боссами мы с вами закупаемся, да? Нет, перед боссами мы с вами распродаем лишнее. Нахер пошел отсюда. А, эти вещи я что-то пока не трогал, ладно, пускай. Хотя желательно их надо нарандомить, конечно. Ну, атаку. Так. Не можешь лучнику подвижности дать. Я казну дам, он не доходит постоянно. Так, сейчас нарандомлю и вернусь. Так, нарандомил, ребятки, пойдемте в бой. Времени сегодня немного, сыграем босса, да и закончим. Ай, сраные лучники. Срандомить-то я срандомил, а сохраниться забыл, ну ладно, уже пофиг. Ну, лучник будет мразь по-любому первым бить. Надо было Карну брать, буста был бы хотя бы. Шиву, может, возьму, кстати. Как вариант. А, нет, не возьму. Я же не играю в этом прохождении монахами, только классиками. Да-да-да. Да-да, облом. Что-то так спать охота. Вечером записываю, ребят. Спать уже охота.
Ну, лучник, лучник первый будет бить по-любому, как я и говорил. Ой. О. Зевать буду весь ролик, ребят, не выспался. Все, не выспался конкретно. Пол здоровья. А я 9. Баланс ёбаный. Тупорылый. А чё он только что ходил? Блядь, еблан! Сука, хуйню сделал, ёбаный в рот. Блядь, надо же было такую хуйню сотворить. Ладно, похуй. Чёрт, я загнался. Да что так спать охота-то, ну? Странный маневр, ладно. О, блин, да что ж так спать охота? Жесть. Сел, блин, записывать. Не убьет. Хотя не, это убьет. Лучника бы не вальнул. Блять, сколько я раз за выпуск зевну, мне прям интересно, я потом посчитаю на записи. Это пиздец, никогда я так спать не хотел. Хотя я пару роликов, по-моему, было таких же.
Ой, неплохо. Ну, что я сделаю, если я спать хочу? Сяду, запишу, да пойду. Кого же еще дамажили-то? Подожди. Яху? Нет. А, да. Вот она. Блять, пока тебя, сука, дождешься, блять. Сто лет пройдет уже. И как всегда, одна клетка. Блин, а его надо вальнуть. Я не хочу от него урон получать. Хотя ни от кого урон получать, конечно, неохота, но... Но раз на раз не приходится. Так, давай, поехали. Не бесей. Я даже материться сегодня не хочу, я спать хочу. Да что ж ты, блядь? Ну, вторым ёбну. Что-то...
Молодец. Так ты вовремя. Не надо. Не буду пока, ладно. Повезло. Да, блядь. Сколько раз они уворачивались уже за этот бой? Случилась херня, да. Нет, ты угораешь, блядь, как бы... Вот один, ладно. А у нее нету, конечно же, блядь. Мне хилить надо. Бить сейчас не вариант. Так ты огненный. Все, ничего такого толком не сделаешь хорошего. А вот морозный чувак, да. Манна. Так, что-то у них слишком много хп, блядь. Ход нужен. Спасибо, игра. Гнида. Ударил, точнее, полечился. Что они оборзели совсем? Thank you.
Блять, ну... Сука, полздоровья отхуячу. И та... Гнида! Я вот бью, 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 а у них хп есть, 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 есть. Да заебёте вы, блядь, вот честно. Он, конечно, копеечный, но бесит. Что-то я, кстати, про Честера забыл, он вообще тухлый. А хватит ли? Ну нет, конечно. Не, ну так... Ах ты, падла. А лучник по уровню реально хорош. Все, осталось троечка вот это вот. Давай! Чтоб сомневался в тебе, тварь. Thank you.
Ты за это ответишь сейчас. Сперва мне надо вальнуть этого ублюдка. Маны нет на заклинание, ладно. Давай. Да, мало. Так, такими темпами сейчас отъедет главный. Девять, это пиздец. Ух, хорош. Охереть, 55. Добираю ее. Как раз ман ровно 12 осталось. Изи. Все. Забирай ты уже эту хуйню, а. Там за персонажами еще идти, а это я вне записи. Ладно, ребятки, все. Давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. И всем до следующей серии. И всем пока.